Принесите аксессуары, господа из-за кулис. Самый лучший портвейн под школьном саду и с друзьями в 14 лет распевал. Троих, пятерых, поначалу Эвес и Эвбэйс опьянения пугал. Бескорыстно, друзья, гадали, глядев, как потешно играл пьяного. Сэкономив на завтраках и на стрелях, на фугас полурозового. Нарочито, небрежно и голос понизив, убеждал продавщицу, что взрослый уже. А в саду рестораном служила бревно, и граненый стакан назывался «Фужер». Понедельник с утра ты похмелья не знал, еще был молодой организм полон сил. Покурив в туалете переменку большую и жуя шуингам, чтобы запах отбил, с независимым видом гагача притолкает на четвертый урок, свой класс заходил. На четвертый урок светлый полуподвал неумелой рукою коряво пилил старый преподаватель за сломанный зубик. Тебя, ты пометал, тебя, или, может быть, меня пристыдил. Эй-е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 й. Самый лучший портвейн, тот, что в школьном саду, ты когда-то с друзьями делил. На Казанское кладбище кто, а кто и за океан чемоданы собравший свалил, сука. Разошлись, разбрелись после школы друзья в автопарк на Рембазу к ларьку. Теперь разное пьют, кто текилку, кто эль, к лобомору одним, а другим коньячку. Имеем право. 800 грамм. Но тут уже не 800. Дагестанского. Самый лучший коньяк не заменит портвейн, распивавшийся в школьном саду. Вот вы знаете, дорогие друзья, есть песни, которые
забываются, стареют. Есть песни, которые хорошо стареют. С возрастом у них так вот, да, прибавляется только букет, выдержка, да. Для голоса. Врачи советуют. Как приятно ощутить этот самый вкус.